В Сургуте состоялось торжественное открытие нового клиентского офиса Югорского расчетно-информационного центра. Символическую ленту, которая открыла дорогу первым клиентам, перерезали представители компании и администрации города. Новый офис расположился в северо-западном жилом районе Сургута для удобства горожан. Подробнее в следующем сюжете. Удобная локация, комфортный офис, квалифицированный персонал. Прием потребителей в новом офисе Югорского расчетно-информационного центра ведут 7 операторов универсалов, в том числе одно окно банка «Агропромкредит». Это уже второй офис в Сургуте. Необходимость офиса назрела давно, потому что Югорский расчетный центр активно развивается, соответственно, имеет довольно приличное уже количество собственных принципалов. Надеюсь, что все наши старания наших коллег потребителями города Сургута будут оценены по заслугам, и качество работы мы будем постоянно увеличивать. В новом центре обслуживания потребители могут решить вопросы с начислениями за ТКО, тепло, воду, электроснабжение, оплатить услуги без комиссии, наличным и безналичным способом, получить консультацию, передать показания приборов учета. Мне нужна сверка итогов. Пожалуйста, по талону вас пригласят. Быстрое обслуживание, удобная электронная очередь. В центр пришли первые посетители. Очень удобно, что не надо ехать. Я думаю, жители нашего района и не только микрорайоны ближайшие, они оценят. В офисе установлены 3 моноблока для клиентов, где можно самостоятельно или с помощью консультантов передать показания приборов и оплатить коммунальные услуги. Здесь мы ожидаем большой поток клиентов, так как центр расположен в зоне активной жилой застройки и основного трафика близлежащим поселкам и их садовым товариществам. Центр к этому готов, как в плане технического оснащения, так и в плане профессиональной подготовки персонала. На сайте компании есть и дистанционные сервисы, с помощью которых жители Сургута могут оплачивать услуги, передавать показания удаленно, не выходя из дома. Для консервативного клиента прийти оплатить в кассе, либо воспользоваться дистанционными сервисами. То есть здесь весь спектр услуг в этом офисе он представлен. Новый центр будет обслуживать клиентов без перерывов по будням с понедельника по пятницу. С 9 утра до 6 часов вечера. Елена Каткова, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут.